Ребят, представьте себя, представьте ваш центр, чем вы занимаетесь и о чем идет речь. Мы семья. Меня зовут Лидия. Меня зовут Михаил. Да, мы очень давно уже занимаемся рейки, практикуем рейки. Михаил с 1997 года аж это практикует. Проходил не одну школу, а целых три, да, то есть рейки Кадуцеи, рейки Джинкейдо, да, и вот в конце концов рейки до Сатори, то есть всю школу прошел, да, где являюсь мастером-учителем рейки. Да. Также мы обучаем именно рейки, то есть это наша основная деятельность, именно в ней мы растем. То есть когда-то мы для себя открыли этот путь, эту практику и изучали ее только для себя. Нам это очень нравилось, у нас были результаты. Мы в ежедневной деятельности, в ежедневном, можно сказать, бытовом дне всегда использовали ее. Но так сложилось интересным образом, что жизнь нас подвела к тому, чтобы дальше делиться этим. И на данный момент это наша основная деятельность, именно обучение рейки. У нас очень много учеников, как очных, так и дистанционных. Дистанционно мы обучаем около 2 лет уже, а очно уже около 5 лет. Раньше наш центр существовал именно в Москве, но так как мы переехали жить, да, на постоянное место жительства в Азию, да, мы проживаем вот в Индонезии на Бали, да, в Индии, в Гоа, на Шри-Ланке, поэтому уже в Россию мы не возвращались около 3 лет. Поэтому нашу деятельность мы вот продолжаем в Азии, скажем так. Там приезжают наши ученики, да, появляются новые ученики именно из других стран, скажем так. Ну, деятельность таким образом развивается. Вообще, школы рейки, их много разных направлений, разных ответвлений. Можно сказать, что сама практика и энергия рейки – это как елочка. Каждый ее одевает по-своему, каждому что-то более близко. Так как мы вначале проходили обучение в классических школах рейки, мы знаем, что это такое. Но вот та веточка, на которой мы остановились и сейчас уже сами преподаем и обучаем, это не классическая школа, рейки до Сатори она называется. Но мы дальше уже выделили свою школу отдельно, так как мы обучаем в комплексном, так сказать, обучении не только практикам самоисцеления рейки, но и разным многоплановым, важным темам в жизни, таким как что такое взаимоотношения, особенно именно с энергетической точки зрения. Это очень важно знать. Нам когда-то самим не хватало вот таких разных тем, которые могли бы в совокупности дать им еще больше базы для того, чтобы в конце концов себя исцелять. Потому что ведь много кирпичиков в нашей жизни, которые должны выстроиться, чтобы мы именно в корень, так сказать, проблемы пошли и ее исцелили. Вот. Поэтому в нашей школе мы уже добавляем и энергетику взаимоотношений, и темы самосознания, и тему астрологии, потому что это как бы наука времени. И когда это все сочетается, приходит очень интересный, глубокий результат. Ребята, а чем был обусловлен выбор места жительства? Вы сказали, вы проживаете в Азии, у вас постоянное место жительства. Это как в той песне было, наш дом, наш адрес не дом и не улица, наш адрес Советский Союз, да? Так у вас сейчас адрес не дом и не улица, у вас Азия. Хотя место жительства это не постоянное, а как бы переменное в Азии уже получается, да? У вас 3 места жительства получается, Гоа. Я, кстати, бывал во всех этих, так сказать, местах, и действительно там очень интересно. Так это все связано было с энергией? Вы как-то вычислили, когда вы туда прибыли, экспериментальным путем, или вы почувствовали, как астролог, или, допустим, вот Михаил, да? Да, вы знаете, это произошло, опять же, как говорится, в нашей жизни ничего не происходит случайно, да, все взаимосвязано и закономерно. То есть каким-то образом мы стремились, да, как и все нормальные люди, выбраться, отдохнуть куда-то на жаркое побережье, да, нас тянуло куда-то в Таиланд, да, в Доминикану, где белый песок. И мы рассматривали Индию, но как-то народ был недоволен, то коровы на пляже ходят, да, то климат не тот, то индусы не те. Ну, наконец-то мы добрались, мы решили поехать в Индию, вот как раз в Гоа. Лидия была тогда на 3-м месяце беременности. И побывали в этой удивительной, просто мистической стране. Да. Кто бывал в этой стране, у каждого создается свое впечатление об этой стране. У каждого как свое измерение, как свой мир, да, и свое проявление, скажем так. Побыв там 2 недели, да, есть даже видео,
которое мы записывали, я сказал, что мы приедем сюда жить. Хотя, в принципе, мы не планировали. Да? Можно сказать, мы влюбились в эту страну, вот по-другому не скажешь. И доехали мы туда очень волшебно. Вы имеете в виду Индию? Да. Да, поначалу это первое место наше была Индия, конечно, но там именно Гоа, и в Гоа начинается сезон дождей, там невозможно постоянно находиться, в принципе, мы бы, наверное, находились, но жизнь нас толкнула дальше, потому что когда постоянно-постоянно дождь, это не очень комфортно, и так мы попали на Бали. Рейки, в общем-то, это энергетический комплекс, правильно? Как вы считаете, это комплекс для тела или это комплекс также для души? Это комплекс, скажем так, разноплановый. Это физический, энергетический, информационно-духовный комплекс. Это чем мы занимаемся. То есть человек – это многогранное, да, существо, скажем так. Поэтому он должен развивать себе все сферы. Да? То есть, скажем, на физическом уровне он должен заниматься физическими упражнениями, нормально кормить и питать свое тело. Да, скажем так, на энергетическом уровне он также должен подпитывать, очищать свои, скажем, энергетические структуры, да, там, нади, меридианы, чакры, каналы, да. На информационном уровне он также должен уметь работать уже с информацией, да, принимать информацию, обрабатывать ее, да, и, как бы, скажем, передавать эту информацию другим людям, либо, наоборот, считывать эту информацию, да, с информационного поля Земли, с информационного поля, там, человека, скажем так, да, морфологические поля существуют. То есть, как бы, и также работать, да, на духовном уровне, то есть, скажем, на высшем аспекте. То есть, скажем, вот наши практики рейки, да, опять же, у нас рейки нетрадиционные, да, то есть они между собой связывают вот эти все аспекты. Да, потому что сейчас, скажем, в наше время существует еще много программ, вирусов разных, да, опять же, на информационном уровне, так и на физическом. И нужно уметь просто от них, скажем так, избавляться, то есть очищаться от них, да. Да. И это наш такой акцент в нашей школе – очищение, да? Оно идет как бы первичным. Я бы сказала, что поначалу практики рейки – это больше для тела, на самой такой первой ступенечке. Но если дальше углубляться, когда мы идем уже глубже, например, и когда мы используем уже символы определенные, ключи силы, когда мы используем силу намерения, учимся, то есть это делать, это практиковать и использовать в своей жизни, тогда человек обретает определенную целостность. А на фоне этой целостности он очень мощно может дальше эволюционировать, в том числе в плане духа и души. Это получается естественным образом. Практики рейки просто помогают человеку обрести эту целостность. То есть это один из путей обретения целостности. А на фоне этой целостности уже и приходит и здоровье, и какая-то гармония, и более глубокое понимание, как строить отношения, как в целом взаимодействовать с миром. Вот. Поэтому если углубляться, то это глубже, чем практики для тела. Практики рейки, скажем, исцеляют тело, но также рейки успокаивают ум. Приводят человека в гармонию, в целостность. Равновесие. Понятно. Дорогие друзья, я хочу еще раз напомнить о том, что мы общаемся с Михаилом и Лидией Бойко, которые являются основателями, руководителями центра Рейки, Разум Рейки это называется. И мы ведем прямой репортаж из Бали, где сейчас уже сколько? 9 часов вечера, по-моему, у вас где-то в районе. Да, да, действительно, время у нас только начинается рабочий день, а у вас он уже, так сказать, заканчивается, да. Ну, у нас это первая программа, я надеюсь, мы будем встречаться еще. И надо сделать небольшое, так сказать, замечание по поводу, ну, как обычно на всех радиостанциях, руководство радио не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире и не всегда согласна с их мнением. В данном случае я как раз таки согласен, поскольку центр Сангейтс, радио центра Сангейтс, это не радио, это, в общем-то, рупор. Вот как там, я помню, Ленин стоял на броневике и вот обращался. Вот мы вот такой вот рупор в сферу информации, поскольку информация — это первый этап знания.
То есть информация, она не всегда понятна, она не всегда доступна, она не всегда может приниматься. Поэтому мы делаем такой, то, что называется по-английски disclaimer. Говорим о том, что если кому-то непонятно, ну, значит, тогда, будем так говорить, учитель еще не появился. Мы знаем, что только когда ученик созрел, к ним приходит учитель. И поэтому это пока информация. Если вам, дорогие друзья, те, кто нас слушает сейчас, и те, кто нас будет видеть в YouTube и на Facebook, возникнут вопросы, мы вас, так сказать, перенаправим то ли на Бали, то ли Гоа, в зависимости от сезона дождей, как я понимаю. Ну, и у нас формат беседы не только интервью, у нас формат беседы и беседа. Поскольку вот у меня сидит рядом партнер, если можно так выразиться, там Сиддхартха Гаутама, который как раз пришел на землю дать людям понимание, сознание того, что, в общем-то, кто они и есть. И мы три едины. Это тело, дух, душа, или тело, ум, душа, или body, mind, spirit, то, что называется на английском языке. И вот эта фраза, которая в конце прозвучала о том, что это успокаивает ум, это самое главное. Ну вот у меня тогда в связи с этим вопрос тогда, ну, наверное, к вам обоим. Успокаивает ум не только рейки, на самом деле, да? Успокаивает много различных практик, и медитация, самое главное, что может успокоить, не всегда успокаивает, поскольку наш ум – это как манки, это обезьяна, которая прыгает, бегает непонятно куда, и совершенно невозможно уйти от этих мыслей. Медитирую 10, 20, 30 лет, Шива медитировал 10 тысяч лет, вот, потом Парвати сказала, хватит медитировать, пора в Сибью, там была целая история с Ганешем. Но вот скажите, все-таки почему вы считаете, или это все комбинация медитации и рейки, что с чего начинать? Начинается все с простого, в рейке, да, вот так как мы сегодня говорим о инструменте, о практике рейки. В рейке все очень просто, начинается с первой ступени, то есть человек проходит определенное обучение, то есть в любой сфере жизни, которая есть у нас, мы можем обучаться. В принципе, мы можем это и сами делать, но когда есть опытный человек, более опытный, более имеющий продолжительный опыт в данной практике, он может нам что-то подсказать, он может нас направить, он может показать вот эту тропиночку, по которой он сам прошел. Таким и является учитель в рейке, который передает знания своему ученику. Так вот в практике рейки заведено. Есть учитель, есть ученик. Да, то есть это как парампара, да, то есть передача знаний от учителя к ученику, да, из сердца в сердце. Так и у нас происходит, да, вот этот канал силы. То есть когда-то мне мой учитель дал такое посвящение, я даю своим ученикам. То есть это некая настройка, да, скажем так. Вот сейчас мы находимся на радиостанции. На радиостанции есть определенная волна или частота, да, что здесь делает мастер. То есть мастер настраивает ученика на определенную частоту, на определенную волну. И уже потом на этой частоте или волне, да, то есть ученик уже может вещать, да, неспокойно передавать, да, эту энергию, скажем так. Да. Сама вот эта вот способность к самоисцелению, она глубоко внутри каждого человека уже имеется. А учитель, он ее как бы активизирует. Он дает некую такую разрешительную базу, чтобы человек... Активирует. Да. Да, чтобы человек как бы себе разрешил. В принципе, это может каждый человек. То есть у человека, да, есть естественные врожденные способности есть, да, когда у нас опять же заболела голова, мы прикладываем руку, опять же заболел зуб, да, или еще что-то. То есть, скажем так, руки у нас также находятся, да, если посмотреть, ну тоже на уровне анахаты, мы прикладываем постоянно, да, намасте, то есть в этой области. И, скажем, да, из ладонных чакр вот исходит у нас вот эта вот целительная энергия, да, опять же, рейки. Хотя, в принципе, то есть, как бы, источник один, да, дверей много, а источник один. Да, и вот эта сила передается посредством инициации, то есть есть в рейке такое понятие, посвящение, то есть это передача канала силы, когда учитель какими-то определенными действиями передает силу. И на нашем опыте мы видим, что действительно вот человек до инициации и после инициации совсем разные прям существа. Человек действительно преображается, передается реальная сила, которую он потом ощущает у себя в руках. То есть можно это так представить, что
то, что уже есть в человеке изначально, это как некая программа, которая, ну, к примеру, лежит на полке, в диске, да. А мы ее берем, вставляем в компьютер, то есть человек очень сильно похож устройством на компьютер, и активизируем, то есть эти драйверы устанавливаем в компьютер. Вот. Вот если очень таким простым языком сказать, вот такое существует у Рейки. И такое всегда, каждый этап продолжается. То есть есть три ступени, обычно во всех классических ступенях, в школах три ступени есть. У нас школа не классическая, у нас есть еще 9 каналов силы. Вот, в целом как бы 12 этапов. И на каждом этапе идет посвящение, инициация, передача силы. Вот. А в дальнейшем, особенно вот вы спросили, с чего начать, после первой ступени человек просто прикладывает к себе ладони. Или по позициям определенным, которым он обучается, или в то место, где болит. И ощущает определенную энергию. Он является проводником этой энергии. Это важно понимать, что есть принципы биоэнергетики, да. Это не это, это совсем другое. Здесь человек проводит через себя энергию Рейки. Он свою личную энергию никак не затрагивает. И этим практика Рейки очень сильно отличается, в этом большой плюс. То есть, если человек хочет кому-то другому помочь, или зарядить, или что-то исцелить, он не только не устает, он даже заряжается от этого. Вот. Поэтому эта практика, ну не знаю, проще мира, я даже не знаю. При этом он может проводить эту энергию, да, опять же, исцеляя не только себя, да, своих родных, близких и знакомых, да, все живые существа, скажем так, то есть лечить животных, исцелять растения. Также при этом он при помощи рук, да, может заряжать воду, кристаллы, амулеты, то есть работать также с неодушевленными предметами, потому что энергия пропитывает все насквозь, да, как одушевленные предметы, так и неодушевленные предметы. Поэтому мы также можем нести, да, определенную информацию, либо передавать вот это вот состояние. Да, и эта практика этим и проста, очень удобно, всегда с тобой, всегда в твоих руках. Вы знаете, у нас буквально вчера была программа у нас в нашем центре. В общем-то, это не только радиостанция. Радиостанция – это часть. Маленькая вот эта комната – это маленькая часть центра. Довольно много там площадей у нас. И у нас было то, что называется Reiki Share. То есть, вы это знаете, да? Да. Ну, у нас здесь снимает компания. Приходит, не то что снимает, она приходит, и периодически они приходят, и они проводят занятия. То есть у них есть обучение Рейки, и у них также есть вот это, то, что называется Reiki Share. То есть они делятся, так сказать, знаниями, и все люди, которые участвуют в этой группе, в этот день они, скажем, объединяют свое понимание, свои энергии для того, чтобы, то есть, делиться между всеми. И у нас также проходит раз в месяц, у нас проходит то, что называется Healing Circle, то есть круг исцеления, где приходят очень многие мастера Рейки. И есть в Соединенных Штатах есть такое понятие, как ambassador, посол. Посол Рейки. Очень известный человек. Так уж получилось, что он проживает в нашем городе. И поэтому далеко на ранчо он находится, 2,5 часа езды. Но он приезжает к нам. И вот сегодня, кстати, он приедет. У него приходят люди. Я сейчас обо всем этом говорю. И еще раз подчеркну, у нас не интервью, как обычно это происходит на радио. Если вы хотите поговорить конкретно, и вам все расскажут Михаил и Лидия, пожалуйста, приходите к ним в центр виртуально, физически, и там задавайте любые вопросы. У нас формат беседы, потому что я этими вопросами тоже много лет занимаюсь, и так мне это интересно. И с удовольствием я общаюсь с людьми, которые реализованные люди, которые могут помочь другому человеку. Так вот, эта компания, которая приходит, и вот этот амбассадор, посол, он тоже проводит, правда, достаточно редко. Он сам выбирает учеников, кто достойный, можно сказать. И вот первая, вторая ступень, это все происходит на территории Чикаго. А третья, уже мать, посвящение мастера. Это есть у нас такой очень интересный город, который даже на удивление немногие американцы знают. Значит, находится, то есть это Седона, и находится это в Аризоне. Не слышали?
Нет? Ну вот... Аризону слышали, Седону нет. Вот удивительно, вот такой город не знают очень многие американцы. Туда приезжают люди с Востока. Туда приезжают корейцы, китайцы, японцы. Они знают об этом месте. И там очень серьезно. Это горы. И там прямые каналы соединения, так сказать, с высшими сферами. И все какие-то вот такие духовные практики, энергетические практики, они происходят, как правило, именно в этом месте. Там очень много всяких ретритов, и туда приезжают люди, приезжают мастера и делятся с этим. У меня к вам вот такой вопрос, это я все, так сказать, преамбула, а вопрос, очень многие считают о том, что для того, чтобы научиться, это, во-первых, без сомнений, я-то согласен с этим, потому что парампара – это цепь наследственности, это передача от учителя учеником, она необходима. Технически научиться можно чему угодно. Сейчас на интернете куча всяких материалов и пособий различных, можно все что угодно научиться и развить себе, не знаю, там, обезьяне напечатать энциклопедию и так далее. Но вот как насчет... на расстоянии все это делать. Как можно обучаться, не физически присутствие с учителем рядом? Вы же находитесь на Бали. Не знаю, как на территории постсоветского пространства значительно легче приехать, но от нас ехать на Бали, я сам был, это достаточно далеко и достаточно, кстати, дорого. Вот как в этом плане вы функционируете со своими учениками? Да, ну, допустим, также, да, вот, наверное, вы слышали, что рейки работает также дистанционно, то есть на расстоянии, да, то есть на расстоянии также можно исцелить человека, в принципе, да. Но принцип получается тот же, да, как существует информационное поле, существуют морфологические поля, существует информация об этом человеке, да, то есть космокод, скажем так, это также... дата рождения, время рождения, фамилия, имя, отчество, где родился человек и в данный момент, где он находится, да, то есть все данные об этом человеке. Также, то есть существует еще фотография, да, то есть его фантом, также где имеется вся информация, да. Вот при помощи, опять же, да, определенной техники, при помощи символов, да, которые соединяют нас, то есть учителя с учеником, потому что символы работают на уровне, да, скажем, где промахов не существует, скажем так. Символы – это генераторы форм. При помощи символов можно соединиться с любым объектом со Вселенной, поэтому соединиться с человеком, да, скажем, не существует никаких проблем, опять же, в той системе, в которой мы работаем. То есть, как... Простите, вам соединиться легко. Я в этом не сомневаюсь, если вы обучаете. Как насчет соединения в обратную сторону того человека? Как он будет принимать, и будет ли он принимать, или ему будет, он может находиться в мае и сказать, ну, я принял. А на самом деле это только где-то в его больном воображении существует. Когда мы только начинали обучать, когда мы жили в Москве, мы как бы отрицали этот способ, так как наши учителя его тоже отрицали. Но когда мы приехали в Азию, очень много запросов стало появляться. И вся Вселенная нам, так сказать, трубила о том, что ну вы хотя бы попробуйте. Мы, понимаете, мы только через собственный опыт идем. Мы просто попробовали. Мы увидели такие потрясающие результаты, что мы уже авторизованный опыт имеем. Да, соединение происходит. Вот точно так же, как передается сама энергия вне времени, вне пространства. Хоть 2000 километров, хоть 5000 километров. Энергия доходит, приходит исцеление. Вот точно таким же образом идет соединение с человеком. Да. И человек, мы же чувствуем от него обратную связь. Правильно. Вот Михаил не сказал, да, как, что он дает. То есть он просит об этом. Достаточно его желания, его просьбы. Его, то есть открытость. Его открытости, да. Свободы воли изъявления, да, то есть как бы. Да, но все равно есть такая тонкость. Очень хорошую тему вы затронули. Обучение, оно должно быть обязательно живое. Оно не должно быть как-то в записи. Вот есть такие школы, которые не только в записи обучения дает, ну и даже инициации дают в записи. Мы считаем, что вот здесь может связь потеряться. То есть должен быть онлайн-контакт. Вот как мы с вами сейчас, мы очень друг друга сильно чувствуем. Да?
Также и на обучение. Мы обучаем индивидуально, и у нас происходит само обучение онлайн, вживую, так сказать. И еще важный момент, что сила, которая меняет сознание, которая меняет разум, это сила звука. То есть именно звук меняет это все, именно слышание. Поэтому не так важно видеть человека, как важно слышать. Причем именно вот в момент здесь и сейчас, тогда происходит точно, определенно точное соединение через звук, через символы, через рейки. Понятно. Хорошо, ну это я согласен, между прочим, поскольку мы этими и занимаемся вещами, но это, опять же, не все понимают, о чем идет речь, и не все с этим, опять же, согласны. Ходят такие интересные люди, простите, пожалуйста, да. Они уже вот очень открыты. Мы даже не знаем, знаете, как иногда чудесно до нас люди доходят, мы даже особо не успеваем заявлять о себе как-то, мы настолько в этом постоянном обучении, и люди как-то нас находят, и которые к нам люди доходят, они так открываются, что у них все получается. То есть это не какие-то вот люди, которые еще сомневаются в этом, они идут уже, понимая, на что они идут, и у них все замечательно получается. Дистанционные ученики у нас зачастую даже больше результатов получает. Вот как ни странно. Я еще вот изучаю этот момент. Может быть, дистанционный контакт расслабляет больше человека. Может быть, он строит меньше ожиданий. Но вот те, кто дистанционно обучаются, у них просто потрясающие результаты. А порой тот, кто очень занимается, это тоже замечательно, это важно. Когда живое общение, это, есть живое общение. Вот. Ну, там чуть как-то замедленнее в целом получается. Здорово. А скажите, есть ли какие-то ограничения, допустим, для людей, которые хотели бы этим заниматься, по возрасту, по физическому состоянию, допустим? И опять же, это для кого и для чего это делается? То есть это делается для человека, который этим овладеет, это как будет как профессия, это будет как, скажем, для себя это, или для кого-то тоже вот... пошел так по цепочке помогать другим. Это очень точный вопрос, касающийся выбора каждого человека. Мы всегда говорим, надо начинать с себя. Так мы своим ученикам говорим. То есть нужно разобраться с собой, нужно настроить себя, нужно исцелить себя, получить опыт. Конечно, своим близким. Мы никогда не затрагиваем речь, чтобы это стало профессией. Мне кажется, настолько нужно в этом вариться. Ведь это такая тема достаточно оригинальная. Не все к ней готовы, не все к ней открыты к ней. В ней не так просто работать, можно сказать. Поэтому эта тема вообще не затрагивается. Хотя у нас есть уже ученики, которые получили и учителя, и свои школы открыли. Вот, тем не менее, до этого, пока человек сам не дорастет, пока от него не будет запрос на ступень учителя, мы никогда до этого сами не подталкиваем человека. Это нужно вывести. Но это возможно, да? То есть разные уровни, да? То есть все равно это существует первый, второй, третий, да, три уровня, правильно? Но это уровень, скажем так, целителя, а в то же время есть еще и другой, скажем, более продвинутый уровень учителя, да? Да, совершенно верно, да. То есть третья ступень есть, человек уже получает, он как мастер-целитель, да, может проводить сеансы, скажем так, но для того, чтобы ему обучать, нужно еще пройти, скажем, каналы, да, чтобы он полноценно в этом во всем разбирался, да, скажем так, чтобы он также этому обучал всех остальных других людей. Опыт тоже нужен. Опыт, совершенно человек верно. Человек сам он обычно доходит. То есть мы, например, когда-то нас просто жизнь подтолкнула, нас это настолько вдохновляло, воодушевляло, что вот есть результаты, человек просто меняется вся его жизнь. Мы из избытка этим и начали вот этих эмоций. Да, хорошо, тогда скажите, что сподвигло конкретно вас заниматься этим и обучать? Раз вы уж сами сказали, затронули. Да, например, само знакомство с практикой рейки лично у меня через исцеление было. Я уже с первой ступени исцелила себе достаточно серьезных заболеваний. То есть у вас было заболевание какое-то, да. И вы, как обычно это происходит, да, то есть человек вначале, заболевает, а потом пытается от этого все избавиться. Иногда получается, да, кто-то еще и дальше двигается.
Да, да, конечно же, естественно, я заинтересовалась. Я помню, что я ничего на первой ступени не поняла. Мне просто понравились люди, они были адекватные, разумные, легкие, счастливые. Мне просто, естественно, захотелось попробовать. Причем мне человек попался, который порекомендовал, сам не занимался рейки, но вот бывают люди-проводники, он подсказал, я пошла, попробовала, поняла, что мне это нравится, моему сердцу это отзывается, и стала практиковать. Исцелила за 2 месяца себе заболевание свое, пошла в тот же центр, к тому же врачу, который мне это все диагноз поставил, сказал только хирургический способ. Вот. Он сказал, что в другом месте просто сделал, чтобы его так не особо беспокоить. Он сказал, замечательно, анализы чистые, потом никаких рецидивов не было. Естественно, я стала дальше заниматься. Вот. Да. Мы когда уже познакомились, я в своих школах обучалась, Михаил в своих. Мне кажется, нас прям соединили для того, чтобы мы, наверное, дальше несли это знание. Вот, дорогие друзья, те, кто нас слушает. Если у кого-то нету пары, вам надо идти в центр рейки, и тогда вы точно найдете. Во-первых, это помогает телу и душе. Во-вторых, у вас есть шансы найти свою пару, чему мы очень рады. Ну, поскольку уже об этом мы говорим, вы знаете, у нас будет, у нас сегодня напряженный день. Вторник, день по ведической системе, потому что кто-то не признает это. Вот я, допустим, ношу красную майку, поскольку все-таки сегодня вторник, а это Марс. Да. Ну, я так пытаюсь войти в состояние там энергии. Но опять же, это никому не обязательно делать. Но у нас буквально через 20 минут начнется прямой эфир с вашим районом, близколежащим, с Таиландом. И будет выступать тоже человек, у нас специалист, ведический астролог. И мы будем тоже об очень интересных вещах беседовать. Так что у нас вот такая вот тема очень серьезная. Лида, ну, наверное, к вам вопрос, поскольку вы уже начали об этом говорить. Это достаточно сложный вопрос, поскольку человек, который заболел, и который не знает, ну, пока еще не знает об энергиях, ну, вот послушает передачу, он уже узнает, что такое рейки и так далее. И у него нету выбора другого, у него есть только выбор традиционный, а традиционный — это госпиталь, больница, туда, куда надо прийти, и там что-то врач тебе там консилиум поставит какой-то, не дай бог, там диагноз серьезный, и у него нету другого выбора, кроме как идти вот с достижения нашей дорогой в прямом смысле медицины. И вот он посмотрел передачу, или там кто-то его познакомил с вами, он задает вопрос: Лид, а скажи, так мне не идти на операцию? Ты чтобы... меня излечишь, ты же излечилась, вот ты меня вылечишь с помощью рейки или там других методик. Не берете ли вы на себя серьезную в этом плане ответственность, рекомендуя, ну, не рекомендуя. В то же время, если мы идем с врачами, то мы же знаем, чем грозит нам эти все вещи. Что в этом случае делать? Вопрос сложный. Да. Ваш вопрос понятен, он очень актуален, очень мудрый вопрос. Действительно, многие с такой задачей сталкиваются. Я бы сказала так, практики рейки, они не идут в какую-то конфронтацию и, знаете, замещение медицине. Как бы вот многие не говорили, но мы в этом вопросе наоборот говорим, что если, смотри, какая ситуация. Если ситуация очень острая, критичная, и нужно ко всему разумно подходить, без фанатизма, так сказать, да? Может быть, действительно операция нужна, а потом будет восстановление через энергию рейки. И каждый человек, конечно же, должен взять ответственность на себя за свое решение. Мы всех учеников об этом, этого учим. Кстати, в астрологии этому уже обучают. Мы не можем, не имеем права на кого-то перекладывать решение своих задач. И я никогда не предложу человеку исцеление. Я ему предложу проходить обучение и самостоятельно это пробовать. Но каких-то гарантий давать никогда. То есть, в принципе, никто не может дать гарантии. Ни медицина, ни какие-то тонкие практики. Мое видение, нужно разумно сочетать это все. Опять же, вот разные бывают задачи. Если человек, простите, я вас перебью, у нас просто время уже заканчивается. А если человек уже не в состоянии обучаться, то ли по возрасту, то ли по состоянию здоровья, ему только надо помощь со стороны, что в этом случае делать?
Если он согласен, параллельно? Он понимает, если... что все-таки. А если не понимает? Если не понимает, нужно понять, наверное. Да, если не понимает, нужно понять в первую очередь его родственникам. Если они хотят помочь этому человеку, да, скажем, своему близкому, родному, то есть они полно имеют право, да, пройти обучение и исцелять, находясь рядом с этим человеком. Вот я считаю, это наилучший вариант, да, скажем так. И уже опять, если он не в состоянии, так, ну, так же брать на себя ответственность и принимать решения. То есть, исходя из данной ситуации. Кто-то должен, ну, если хорошо, что есть, если есть такие люди, которые могут понять адекватность. И, опять же, я говорю, не нужно ничего идеализировать, никакие методы и практики. Нужно разумно подходить. То есть, энергия рейки, ведь в ней тоже нужно, если человек начинает заниматься, в ней тоже нужно потихонечку вырасти. Да? То есть, мой уровень, к примеру, от уровня новичка будет очень сильно отличаться. Конечно же, есть разница. Поэтому моя помощь будет, может быть, сильнее, но нужно понимать, да, насколько адекватно она ситуации будет. Иногда порой и медицинское вмешательство нужно, мы не отрицаем этого. Есть в медицине плюсов. Но... Я хотела бы добавить к вашему ответу, вопросу, раскрытию, когда это касается очень близких людей, это совсем другая ситуация. То есть здесь вот есть запрос, если это вот первый круг родственников, даже запроса не нужно. Мы должны помогать, мы не случайно родственники, и это нормально. Даже человек понимает, не понимает, даже можно не спрашивать. Первый круг родственников мы всегда можем помогать. Понятно. Мы с ними, да, тесно связаны. Ну хорошо, тогда я должен поблагодарить вас, дорогие друзья, Михаил Лидия, руководитель и основатель Центра «Разум Рейки». У нас первая такая программа, я надеюсь, мы будем встречаться. Если это время подходит, мы потом обсудим, то мы будем так встречаться. Ну и тут есть один момент, который мне лично больше всего нравится, поскольку... очень и очень давно, если у нас сегодня все так быстро идет, все так быстро развивается, если эти волны, они раньше были какие-то другие частоты, сейчас частота Шумана, все неуклонно повышается, увеличивается, и вибрации наши повышаются, мы это все можем делать в совсем другом формате. Можно приходить, можно визуально, и нужно это делать, без сомнения. Но на первых этапах мы можем это делать посредством интернета. С помощью интернета, с помощью вот наших средств связи мы можем приобщить очень и очень многих людей, которые не имеют такой возможности никак, ни физически, ни материально приехать и получить эти знания. А знания получать надо, они по нам помогают жить. Ну, кому надо, естественно. Будем рады с вами сотрудничать. То также вам благодарны, Михаил. То есть рады были с вами познакомиться. Также благодарим ваше радио. Благодарим наших радиослушателей. Да. Хорошо, спасибо большое. Мы с моим партнером выражаем благодарность вам, выражаем благодарность нашим радиослушателям, телезрителям. Да. Ну и до новых встреч. Всего доброго. Обнимаем вас. Да, взаимно.